субботу в Самарской области будет облачно, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем от 14 до 19, тепла ночью 7-9 градусов выше 0. Ветер преимущественно западного направления 3-5 метров в секунду. В Сызрани небо в тучах, без осадков. Днем плюс 19 градусов, ночью плюс 9. Юго-западный ветер, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти малооблачно, днем плюс 18, ночью 10 градусов выше 0, ветер западного направления 3 метра в секунду. В Самаре малооблачно, небольшой дождь, в дневное время плюс 17, ночью 8 градусов выше 0, ветер западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 47%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.